Наше кругосветное путешествие продолжится в Германии. Она включает в себя 46 уникальных мест. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой канал. А сегодня мы перенесемся к архитектурному наследию Ле Корбюзье, рабочий поселок Вайсингхоф в Штутгарте. Серия памятников архитектурного наследия Ле Корбюзье насчитывает 17 объектов в 7 странах мира. Эти памятники свидетельствуют о возникновении решительно нового архитектурного стиля, знаменующего собой полный отход от прошлого. Строительство этих сооружений приходится на полвека, период, который Ле Корбюзье назвал временем терпеливого поиска. Эти шедевры человеческого гения также свидетельствуют об интернационализации архитектурного творчества. В Германии архитектура Ле Корбюзье и других известных архитекторов представлена в рабочем поселке Вайсингхоф. Создавался поселок Вайсингхоф под девизом доступности, качества, рациональности и удобства. В Германии после Первой мировой войны образовалась явственная нехватка жилья. Ее нехватку должны были восполнить различные проекты новых домов и целых поселков. Одним из таких и стал рабочий поселок Вайсингхоф. В 1925 году в Германии проводилась выставка «Жилье». Основной целью выставки было предоставить проекты рационального и доступного жилья. Вайсингхоф на этой выставке победил. Сам поселок является поистине выдающимся образцом конструктивизма. Надо отметить, что даже спустя почти 100 лет дома в поселке остаются заселенными. Что ж, лучшие представители модернизма того времени постарались действительно на славу. Рабочий поселок Вайсингхоф находится в городе Штутгарт. Добраться до Штутгарда можно весьма развитым в Германии железнодорожным транспортом, почти из любого другого крупного города Германии и Европы.